Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Встаем! Встаем, встаем, поднимаемся! Встаем, челы! Встаем, встаем! Встаем! Встаем, встаем, поднимаемся все! Все поднимаемся и начинаем танцулечки! Опа! Сейчас чел танцует с куфом! Ту-ту-ру-ту-ту-ру! Тю-тю-тю-тю! Опа! Скуфия работает! Опа! Тю-т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 ю
Балтика, алкоголь. Балтика, Балтика, алкоголь. Ой. Ладно, все, поговорили. Поедем теперь. Кассеты, диски на магнитофон. Где их взять, напомните мне. Я помню, они будто бы вот здесь на столе лежали. Когда-то. Диски, пасеки на магнитофон. Где их взять? Это Батуаша, ля. Это его золотой альбом. Золотой сборник Батуаньки. А ну чё, попробуем. Да шо ж такое-то? Да ля, ты не хочешь? Даже магнитофон такое не принимаешь, жесть. О! Да ты шо? А, привет, помнишь? Она сказала мне, сказала, что любит... Ага. Ша ОПГ, Казань, Москва, Самара, Сальмиштер, Спасский Тон, Сейчас и впредь, у нас все будет хорошо. Прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. А после школы мы не будем. О, Жанна! Не хочу, не пиши мне больше мальчик. Ольга, зайка, как дела? Не обижайся, малыш. Так что будем с импрессионером без перерыва. А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Мы с тобой, малыш. Да ты шо? Шла уже наше время. Ты чё? Ты чё, роднулька? Блять, заклинило колесо, сука. Аспирин палёный, то ли метеочувствитель. Что-то в новостях, кто чё у кого отжал. Я сейчас пухо думаю, я бицепс всю ночь качал. Мне ещё неудобно, набери через 40 минут. Чё-то три раза, завали их сразу, если моргну. Троем трёх, с двума трохом. Видишь, колесо клинило. Так что будь потише, это наша крыша. Так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Тише, мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Если кот на крыше. Твои коты шагают, бегают вперед. Стиль анаконда, на бите как кумба. Собрали дружину, чтобы приготовить бомбу. Да ё твою мать.
ладно, блядь. Ну я же приехал, чел. Что, блядь, случилось с тобой? Хапани, роднулька! Какая гнида, ты посмотри, да? Господи, а. Ебать, и батуаша торчит. Да. Какой стример, такой аппарат. Забань его, пожалуйста. Ну, смысл читов в том, чтобы я ускорить процесс прохождения. Понимаешь, я ж типа сейчас машину собираю, да? Чел. Вот, а потом миссии проходить уже буду без читов, естественно. Я же серьезный человек, правильно? Все, сейчас аппарат отремонтирует. Все, родной. Не понял? Не понял, родной, блядь. Это что за хуйня? У меня поршень выпал с аппарата. 31 447 464. Ща, братик. Ща. А какой это поршень? А ну-ка, за так поставить его никак нельзя. Ну-ка, чел. У меня поршень выпал, то, сука, на аппарат-то не работает. Это он достал поршень? Да, возможно. Это, наверное, он поршень достал, сука. Так она ж без Порше сейчас не работает, а кому не поменяет он 100%, ну-ка. Ну да, вообще хуй знает, блядь, такое мастерская, конечно, дурацкая. Машину делают, а в итоге она один хуй не работает. Деда, привет. Привет. Мне в школе задали написать самого быстрого и медленного животного. Так вот, самым быстрым я написал гиперда, а вот самого... Ярда, ты дебилоид, блядь! Валерия Альбертовича, как дела? Дурачок. Как твои дела? Может быть, у тебя мама родила? Ну что ж, давай поговорим о маме. О, я к ней ходил, она такая прикольная была. Сейчас, подожди, я перну. Так, сюда. Давай попробуем, знаешь как? Вот так. Не, ну а вдруг? Потом вот так. Смотря. Опа, приветик. Опа. Да что ж такое, а? Сейчас, ребята, я аппарат проверю вообще. Не зря ли я занимался вообще? Вроде хорошо идет аппарат. Что-то отпало, по-моему. Четвертую просто выжал максимум, чел. Мне пятый, на пятую 160 летит аппарат. Не-не-не. Пробито, но аппарат идет.
Как нитро задействовал? Блять, как его ебать? Блять, отпало сюда. Даже с колесом пробитым стрелка ложится, чел. Я баллон с азотом забыл открыть в багажнике, да. Сука, сейчас уебаешь. Стой! Сейчас уебаю! Текает. Сейчас уебаю. Аппарат загорелся, сейчас уебаю. Сейчас уебаю техника. Текаем нахуй. Сейчас уебаю. Не, нихуя слышишь? Ну-ка. Все, да, поршень. О! Коленвал, чел. Да, до Владика так и не доехали. Заюг, ну чё-то, да? Всё-таки остаёмся мы на месте, так скажем. Да? Не, ну, в целом неплохо. Аппарат себя, ну, показал. Ну, реально, прикольно. Достойная техника. Пончик. Ладно, понятно, все, ясно. Не, неплохо, молодец. Следующий этап — это прохождение миссии без читов, все. Прохождение миссии без читов, чел, да. Следующий этап — прохождение миссии без читов, челикс. Я хочу пиццу.